Неделя моды в Москве. Сделано в России. При поддержке Минпромторг России. Официальный стилист SL. Официальный визажист Art Space Studio. Официальный кейтеринг Embargo Group. Генеральный технический партнер Stealth. Официальные партнеры Святой Источник. Food Court Street. Официальный технический партнер Арлекино. Официальная социальная сеть ВКонтакте. Официальный телеканал World Fashion Channel. Информационные партнеры агентство РИА Мода. Интернет-газета Дни.ру. Онлайн-журналы Веды.ру, Fashion.ru, Fashion Network. Официальное радио Мегаполис FM. Трансляции всех дней недели моды в Москве смотрите в Яндекс.Эфире. Стратегические партнеры Fashion Consulting Group, Concept Store Секция, Московский метрополитен. Очень просто. Я не могла найти для себя идеальные вещи, решила создать их сама для себя, а потом подружки начали требовать эти вещи в свои гардеробы. Я подумала, что мой летучий магазин как раз для этого и существует, чтобы делиться этими базовыми вещами со всеми. Конечно же, я считаю, что одновременно нельзя быть и художником, и певцом, и телеведущей, и дизайнером. Я просто делаю одежду для себя и делюсь этой одеждой с другими девчонками, которые могут позволить себе одежду ведущего магазина. Я дизайнер, я только учусь. Что для вас базовый гардероб? Это основа любого гардероба. Это вещи, которые можно комбинировать друг с другом и пойти в офис, и на вечеринку. То есть это те вещи, которые абсолютно незаменимы в гардеробе любой девочки. Для меня базовый гардероб это черный, но я надеюсь, мы скоро будем делать и цветы. В магазине я установила такие цены, чтобы вещи себе могла позволить любой девчонка. Цвет. Черный цвет можно носить в любое время, в любом возрасте и для любого случая. А маленькое черное платье – это практически главная вещь любого женского гардероба. Летучий магазин для меня – мое самовыражение. Коллекция, которую я создаю, есть я сама. Thank you.
Thank you.